Я рыцарь-паладин Гелибор. Добро пожаловать в благую землю Ауриэля. Ауриэль, Ауриэль, Алкош, Акатош. Много разных имен у повелителей снежных эльфов. Предпочитаю называться снежным эльфом. К фалмерам путешественники относятся с предубеждением. Несчастных, которых вы называете фалмерами, я зову преданными. Конечно, вам нужен лук Ауриэля. Зачем бы еще вы могли явиться? Я могу вам помочь заполучить его, но сперва мне нужна будет ваша помощь. Я прошу тебя убить викария Виртура, моего брата. Родства между нами больше нет. Я не понимаю, чем он стал. И он уже не тот брат, которого я когда-то знал. Это все преданные. Они что-то сделали с ним. Я только не понимаю, почему Ауриэль это допустил. Они напали на храм без предупреждений и стали убивать всех без разбора. Благая земля всегда была местом мирного поклонения. У меня под началом был небольшой отряд паладинов, но куда нам было тягаться с ордами преданных? Они перебили всех и штурмовали внутреннее святилище. Вот тогда-то, кажется, они что-то сделали с Виртуром. Он жив. Я его видел. Но что-то не так. По виду не похоже, что ему больно, или что он томится в заточении. Он просто стоит и смотрит, как будто ждет чего-то. Оставить дорожные святилища без охраны значит нарушить мой священный долг как рыцаря-паладина Ауриэля. К тому же нападение на преданных, засевших во внутреннем святилище, окончилось бы только моей смертью. Да, позволь показать тебе. Называется дорожное святилище. Их использовали для медитации и для перемещений, когда благая земля была местом просветления. В этих святилищах прилаты учили посвященных мантрам Ауриэля. А что означает эта чаша в центре? После чтения мантр посвященный погружал церемониальный кувшин в чашу в центре дорожного святилища и переходил к следующему святилищу. Выходит, этим посвященным приходилось таскать тяжеленные кувшины с водой. Великолепно. И долго они их так... Когда просветление посвященного завершалось, он приносил кувшин во внутреннее святилище храма. После того, как посвященный выливал содержимое кувшина в священную чашу, он мог войти, чтобы побеседовать с самим викарием. И это только для того, чтобы потом все вылить? Как по мне, совершенно бессмысленно. Это символично. Нечего было и ждать, что ты поймешь. Ладно, займемся этим. И мы должны проделать всю эту ерунду, чтобы попасть в храм, убить твоего брата и заполучить лук Ауриэля? Я знаю, как все это звучит. Но если бы был другой путь, я бы сам давно это сделал. Единственный способ добраться до моего брата — пройти по следам посвященных, переходя от одного дорожного святилища к другому, как это делали они. Первое святилище находится в конце вечернего перехода. Это пещера, которая символизирует отсутствие просветления. Всего их пять, и они довольно далеко друг от друга. Все на благой земле. Пещеры? О нет. Благая земля, как ты очень скоро обнаружишь, это не просто несколько пещер. Но прежде чем я отправлю тебя в путь, тебе понадобится кувшин посвященного. Возле каждого святилища ты найдешь призрачных прилатов. Они позволят тебе зачерпнуть воды из чаши святилища, как если бы тебе уже удалось достичь просветления.
Возможно, это наша последняя беседа. Если у тебя есть еще вопросы, советую задать их. В противном случае, все, что я могу тебе предложить, это моя надежда на твое успешное возвращение. Вопросы? Это главная святыня нашей религии. По крайней мере, так было раньше. Большинство снежных эльфов поклонялось Ауриэлю. Храм и все здания были построены в начале первой эры. Благая земля была призвана предоставить убежище тем, кто хотел достичь просветления. В нашей империи были храмы и других богов. Тринимака, Серабейна, Джеффри и Финастера. Но эти храмы бледнели в сравнении со славой нашей благой земли и ее дорожных святилищ. О да, и они имеют огромное значение. Они представляют из себя ступени, по которым посвященные двигаются к полному просветлению. К сожалению, магия, с помощью которой создавались эти чудеса, была утрачена задолго до моего прибытия сюда. Это духи жрецов снежных эльфов, которые охраняли дорожные святилища и были убиты преданными. Благодаря милости Ауриэля, они возродились в виде призраков, чтобы продолжать исполнять свой долг. Я боюсь, что эти призраки и сейчас верят, что благая земля является центром поклонения. Они не ответят вам, если не поверят, что вы посвященные и направляетесь к внутреннему святилищу. Да хранит вас Ауриэль от всякого вреда. Меня это не удивляет. Это было совсем не так неприятно, как я ожидала. В этом есть что-то успокаивающее. Мне как будто стало немного теплее. А ты еще оттуда. Кто там?
Что там? Ты еще откуда? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Будешь знать.
доверяю своему слову. Цепи и ловушки. Смотри осторожнее. Что бы ни было на другой стороне, фалмеры хотели, чтобы это оставалось там. Мне всегда хотелось увидеть что-то подобное. Это стоило всех усилий.
Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище света. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да осветит он твой путь к покою внутреннего святилища. О, что это? Это невероятно. Как будто совершенно другой мир. Ну давай, лук должен быть где-то в этой долине. А ты еще откуда? Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Да! Хорошо, что я доверяю твою службу. Это что там, очередное дорожное святилище? Интересно, куда это ведет? Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище зрения. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением?
Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да ускорит он твое путешествие к внутреннему святилищу. Я не любил солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Это все какое-то нереальное, да? Тебе удалось добраться до дорожного святилища учения, посвященный. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Ауриэль благословляет тебя, дитя, ибо ты теперь на шаг ближе к внутреннему святилищу и вечной мудрости. Наполнит
Ауриэля, ваши тела, силы.
сможем двигаться по долине гораздо быстрее. Ты теперь... Тогда вперед, дитя мое, и да укрепит Ауриэль твою решимость достичь внутреннего святилища. Наполнит тепло Ауриэль ваши тела силы. Что там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху.
получишь по заслугам. Откуда? Будет знать. А ты еще откуда? Стоило всех усилий. Бедняга. Я думаю, он пытался нас убить, но все равно. Не самые прочные постройки. В общем, этого и следовало ожидать от этих существ.